Девчонки, доброе утро какого-то следующего дня. Сегодня у нас на улице просто какая-то погода безумная, хлещет дождь, ветер ураганный просто-напросто. И завтра вообще минусовая погода будет, представляете, какие скачки. У меня сегодня назначено, я же вам вчера говорила, я собралась же к Аленке, с Аленкой поехать там в магазин, забрать куртку мне надо, там с ней хотели погулять, походить. И самое важное, это зубной у меня был, вот. И в итоге получается, что я позвонила сегодня зубному и говорю, можно ли как-то отсрочить, то есть не критично, если я сегодня не приеду, приеду в понедельник. Они говорят, окей, приезжай в понедельник, так что я в понедельник поеду, потому что, короче, у меня сегодня какое-то состояние нестояния. Еще что хочу сказать, вот эта вот вода, она обладает слабительным эффектом, донат магния. И вот я выпила, осталось у меня один стакан воды, там дважды нужно пить за полчаса до еды, дважды в день. И, короче, он послабляющим эффектом обладает, причем таким конкретным послабляющим. И у меня все в кучу. И я позвонила, короче, своему врачу. Вот он сказал, можешь в понедельник. У меня, короче, херачит низкое давление, походу. Я вам что показываю, это вот этот вот чай я сейчас навела себе, потому что он очень хорошо приводит в чувство. Хорошо, что я вот Аленке позвонила, говорю, Ален, так и так, я не могу. Говорю, ты прости меня, извини, но я вообще не могу, я не в состоянии, у меня вообще состояние нестояние, у меня вот это вот низкое давление, у меня вот на глаза вот так вот, глаза нахлобучивает. У меня, если честно, никогда такого не было, это что-то последние как-то годы. Вот, у меня такая реакция на погоду, и, говорю, у меня все в кучу, я просто, говорю, что-то не в состоянии. Она говорит, мне самой плохо, у нее самой пониженное давление. И она говорит, я еле-еле вообще передвигаюсь. Она там поехала тоже по делам, по кое-каким своим, ну, по лечебным. К Ане Валентину мне, к крутому специалисту, она ставит там иголки. Она очень хороший остеопат и так далее. И она там лечит и светом, и, ну, такой врач широкого профиля. И она с медобразованием, кстати. Вот, и Аленка мне сказала, она говорит, ты что делаешь в такие дни, когда херачит давление низкое? И я тут вспомнила вот про этот wellness, я себе его навела сейчас, она говорит, ты мне сфоткай, пожалуйста, как он называется, это я вам что говорю, бляха-муха, на заметку, она говорит, скажи мне, чтобы я тоже смогла себе приобрести. Телефон у меня вообще, то есть мне нужно менять телефон. Она говорит, пришли мне, пожалуйста, фотографию. Что-то ничего не фокусируется, девчонки. Мне телефон надо менять. Мне много чего надо сделать. И мне просто не доходят руки. Почему фокуса нет, не пойму. Вот что тебе надо. Не фокусируется. Ну ладно, она, я думаю, поймет. Вот, короче, как-то так. Так что вот этот чай спасает, девчонки, у кого такая же проблема, кто себя плохо чувствует с утра, у кого низкое давление, вот этот вот и еще другой препарат, у меня его здесь нету, Energy, еще фаберличный, он тоже хорошо приводит в чувство. Возьмите себе на заметку, ссылку на него оставлю внизу, имейте в виду. Девчонки, он вот так вот выглядит, состав у него, конечно, классный, там что-то и матча, и сок апельсина, и гуарана, экстракт плодов, он как раз вот это дает бодрячок, лимоник китайского, экстракт кардамона, вот, и у меня в отрубе даже капитон, представляете, он у меня в лёжке вчера весь день был, сегодня, ну, потому что, наверное, тоже как-то коты, животные реагируют на погоду, и вот у меня просто сегодня, благо, девчонки, у меня есть возможность сидеть дома, ну, то есть у меня, как бы, я фрилансер, и поэтому могу находиться дома. Благо, капитон, это кот, и тёзя, сладенький такой, накусался, накормила его с утла, и он лизит теперь вот такой вот классный такой вот, кайфует. Кайфует с мамкой. Ну, я, короче, я просто работать буду. Я не буду так, что валяться целый день. А я работать буду. Ну, просто дома буду работать. Я там кое-какую еще идейку нашла.
Короче, работа меня ищет, или я работаю ищу. Девчонки, еще раз поздороваюсь с вами вот так вот лицом, а то я все выхожу к вам какими-то картинками. Вот, так что привет лицом. Значит, смотрите, я хочу... И у меня заканчивается вот это вот молоко. Шикарное молоко. Самое лучшее из тех, которые я пробовала по составу, потому что здесь нету ничего, кроме воды и кроме кокосового молока. Никаких загустителей, никаких эмульгаторов, никаких там, ну, все, что сейчас у нас добавляют. То есть это вообще настоящий продукт. Я его раньше заказывала у Марины, которая занимается морепродуктами здесь у нас в Саратове, но... И причем цена на него была 103, по 137 рублей я брала. Тоже у меня большая просьба, если вдруг где-то увидите это молоко в каких-нибудь крупных сетевых магазинах, таких как Ашан, Окей, там, я не знаю, и другие, если вы увидите где-то в пределах этой цены, там 137, 150, потому что такой цены, как у Марины, я не встречала. Можно заказать, я видела на Валберес, но она, по-моему, стоит там что-то около 400 рублей. Вот, может быть, сейчас как-то цена... Вот если где-то встретите в районе 130-150 рублей, то кликните, потому что очень классное молоко. Обратите на него внимание. Я так подумала, у меня очень много разных запасов. Я думаю, пока пережду, это у меня последняя банка осталась. Потому что, смотрите, в принципе, можно в коктейль. Да, я сейчас делаю коктейль себе белковый, наш фаберличный. Сейчас я вам тоже его покажу. У меня тут есть запасы, видите, разные вкусы. Я вам ссылку оставлю внизу в инфобоксе к этому видео. Еще плюс ко всему будет крутая акция вообще в третьем каталоге, когда вы можете взять коктейль плюс суп всего лишь за по цене коктейля. Ну, то есть два по цене одного. Да, два по цене одного у вас будет получаться. И в итоге коктейль получается по 600 там с чем-то рублей. Это самая маленькая цена на него будет в марте в третьем каталоге, поэтому я сейчас не стала ничего заказывать. Ссылку я оставлю на эти коктейли внизу в инфобоксе к этому видео. Буду допивать вот все то, что у меня есть. Но самый любимый у меня клубничный, он мне быстрее всего заканчивается. Вот мне с матчей сделать. Давайте, наверное, с матчей сделаем. А для этого мне нужен ванильный коктейль, который тоже у меня заканчивается. Что лучше? Нет, тогда, значит, клубничный возьму. Вот как-то черная смородина мне не зашел, хотя, например, Аленке больше всего, лучше всего подошел черная смородина, несмотря на то, что я черную смородину вообще обожаю, и все продукты с черной смородины, коктейль мне как-то не очень, то есть для меня какой-то химический привкус. Вот, и ссылку я оставлю на эти коктейли, если захотите, можете заказать его, либо дождаться акции. Хочу все свои запасы, которые есть, доесть, как раз мне и хватит, и хочу я посидеть на коктейлях месяц, потому что, говорят, кожа у улучшается. Здесь в составе его есть коллаген, и вот за счет этого содержимого подтягивается кожа, и белки в легко усвояемой форме. Не знаю, девчонки, буду тестировать, потому что, говорит, кожа очень-очень хорошая. И так как у меня молоко заканчивается, тоже решила пока ничего не брать. У меня тут есть Юнона, мне нужно ее доесть. Это белковая смесь для беременных. Не белковая, а молочная смесь для беременных. И у меня еще есть сухое молоко вот такое вот. То есть я решила все свои запасы подъесть, каких-то молочек. И есть еще у меня орех кешью. Не орех. Не орешь кешью, орех кешью, урбич кешью, и есть урбич кокосовый. Если вдруг закончится мне это молоко, если вы не найдете мне, я сама не найду по такой цене, по какой мне нужна, я пока буду вот подъедать свои запасы каких-то молочных продуктов, которые у меня есть, то есть буду смешивать разные варианты. А пока я, девчонки, смотрю, смотрите, беру, значит, молока, я вот добавила примерно столько, я его вот только что вскрыла, бананчика, здесь у меня еще пойдет 200 миллилитров воды, ложка порционная этого коктейля. Ну, добавляю еще матчас. Да, я присаливаю, потому что мне нравится, чтобы чуть-чуть он был просоленным. Короче, как-то так, ничего лишнего. И взбиваю в своем нутрибуллете любимым. Обожаю его, очень классно делать коктейли. Девчонки, мне настолько понравился коктейль, что-то я так есть хочу, я одним не наелась, и мне хочется сладкого, но что-то я соскучилась по нему, потому что он действительно мне нравится, я не просто так его
пью, потому что там типа полезно, а реально получаю удовольствие. Я еще делаю себе одну порцию, только в этот раз я взяла ванильный коктейль и добавлю еще туда матча-чай. Матча хорошая, ссылку я тоже оставлю внизу вон в инфобоксе к этому видео. И если скид, там, я не помню, есть ли скидка или нет, если я найду, я тоже ее прикреплю внизу, какой-то код там, купон и так далее. Вот, матча у меня еще осталось, чему я безумно рада. У меня тут и матча с имбирем еще, этой же фирмы. Матча Токусен премиальная и красная матча, вот. А женьшень, еще и синие матча остались. Так что, ура, у меня еще есть вкусняшки. Ну, такой вот он получается. Безумно, девчонки, вкусный, просто офигеннейший коктейль. Вот просто от души вам рекомендую, не просто как консультант, которому там что-то втюхать надо, чтобы вы купили, а действительно прям получаю удовольствие. Но просто я делаю его в блендере с как-нибудь молоком, можно с обычным коровьим, с кокосовым, с растительным, даже урбич можно смешать, и тоже будет какое-нибудь молоко миндальное, не миндальное. Банан кладу, немножко соли. Вот, то есть я делаю такой апгрейд. Я в чистом виде пробовала, но для меня сытнее, конечно, со всеми другими составляющими. Вот такая вот вкусняшечка у меня получилась.